«Материнство без границ». В Минске представили уникальный фотопроект. Все его героини – женщины в инвалидных колясках, которые, несмотря ни на что, испытали самое главное в жизни чувство – радость материнства. Это реальные истории, заключенные в фоторамку. Кого-то просто отговаривали, кому-то категорически запрещали рожать, кого-то врачи поддержали. У каждой из 10 фотомоделей разная судьба, но результат один – здоровый и красивый ребенок. Найти героинь для проекта было сложно. Не все люди с ограниченными возможностями готовы вот так на показ говорить о личном. Но те, кто отважились, не пожалели. Возможно, это будет примером для других.